20-летний староосколец нуждается в помощи. 3 месяца назад он попал в автокатастрофу и оказался прикованным к постели. Перелом шейных позвонков обездвижил Романа Боева, но шанс на восстановление у молодого мужчины есть. Необходима дорогостоящая реабилитация в одной из клиник Санкт-Петербурга. Семья просит неравнодушных староскольцев откликнуться на их беду. С фотографии смотрит здоровый, крепкий мужчина, сын военного и сам отслужил в рядах российской армии по контракту. Вернулся, много работал и еще не успел создать свою семью. В ноябре прошлого года жизнь 29-летнего Романа Боева на до и после разделила автокатастрофа. События того вечера без слез не может вспоминать его мама Светлана. Он поднял трубку. Я говорю: «Роман, хлеба надо купить. Я сейчас в магазин и домой». «О, мам, я не дома». И все, и прервался телефон. Я названиваю, просто больше телефон не отвечает. Сердце забилось что-то. Потом друг Гарик позвонил и говорит: «Тетя Свет, вы не беспокойтесь, но Роман попал в автокатастрофу. Его везут на скорой в Губкин». У самого Романа, сидевшего на пассажирском кресле, воспоминания довольно скомканные. Знакомый за рулем на повороте не справился с управлением в селе Котово. Машина въехала в монолитный забор. Весь удар Роман принял на себя. Воспоминаний-то особо нет. Там все быстро, секунды произошло. То, что из машины, по словам очевидцев, вырезали, вытащили. И как бы сам встал. И в скорую зашел. Ну, как лег на каталку, и все, и больше не встал. А после санавиации, операция в Белгороде, месяц в травматологии, месяц в неврологическом отделении. Титановая пластина поддерживает шейные позвонки, чудом не задет спинной мозг. Непроизвольные сокращения мышц дают надежду на восстановление. Вот только счет идет на часы. Нельзя допустить мышечной атрофии. Сейчас его руками является мама. Она одна пытается поставить сына на ноги. Нам доктор сказал, что только в Петербург. Не упускайте момент, чтобы мышцы не атрофировались. Не упускайте момент. Время. Не упускайте шанс. Реабилитационный центр посоветовали в Сестрорецке. Ну, говорят, помогает. Отзывы хорошие про эту клинику. Ну, надеюсь, сам уже приехать оттуда на своих ногах. Уже 2 марта семья Боевых отправится в Санкт-Петербург на реабилитацию. Так как Роман полностью обездвижен, необходимо платное перемещение на спецавтомобиле. Сутки в реабилитационном центре стоят 5000 рублей, а пробыть там нужно минимум месяц. Если у вас есть возможность помочь Роману встать на ноги, перевод можно осуществить по номеру карты 48 17 76 03 22 65 55 92, а также по номеру телефона 8 920 560 92 67. Анастасия Иконникова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал.